Меня зовут Сергей Вячеславович Пихтовников. Я являюсь практикующим преподавателем в области информационных технологий, интерактивной педагогики. И, в общем-то, 20 лет, я уже более 20 лет работаю в образовании, в высшей школе, и 10 лет занимаюсь именно дополнительным профессиональным образованием. Сегодня поговорим об организации информационно-образовательного пространства педагога. Данный материал я готовил для учителей средних общеобразовательных школ, преподавателей вузов, СУЗов и педагогов, которые трудятся в дошкольном образовании. Так вот постарался все охватить. Рассмотрим такие вопросы, как обзор открытых образовательных ресурсов для применения в учебном процессе, именно открытых образовательных ресурсов, где решены вопросы авторского права и можно свободно использовать. Платформы и курсы МООК, массовых онлайн-курсов для самообразования и, соответственно, для предложения этих курсов нашим обучающимся, а также какие есть облачные технологии и сервисы, их популярность для организации корпоративного учебного взаимодействия. Итак, начинаем. Прежде чем такой немножко терминологический аппарат, чтобы было понятно, есть хранилище, скажем так, этих всех информационных ресурсов, цифровых образовательных ресурсов, которые делятся на три категории. Это репозитория, просто хранилище электронно-образовательных ресурсов, это платформа, то есть возможность интерактивного взаимодействия и возможность управления учебным контентом, возможность реализации обучения, и каталоги. То есть некий такой систематизированный перечень распределенных электронных образовательных ресурсов со ссылками на их источники. О каких ресурсах будем говорить? Это текстографические ресурсы, гипертекстовые, то есть с возможностью перехода по ссылкам, электронные учебники и мультимедиа электронно-образовательные ресурсы, которые встречаются вот на тех платформах, репозиториях, каталогах, о которых я сегодня буду говорить. Далее, репозитория. Начну с того, что, в общем-то, в рамках федерального проекта информатизации образования с 2006 по 2010 года Министерством образования и науки была заложена грантовая поддержка двух ресурсов. Это schoolcollection.edu.ru, единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, и Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов fcor.edu.ru. То есть где-то после 2005 года был сделан вывод о том, что эти ресурсы необходимы, должны быть общедоступными, открытыми, соответствовать школьным программам. И, в общем-то, вот эта грантовая поддержка дала толчок к развитию этих двух ресурсов, которые являются сайтами, дочками портала, образовательного портала edu.ru. И, в общем-то, эти ресурсы стали неким таким вспомогательным ресурсом, который помог учителям использовать контент, который там размещался, на своих уроках. И эти ресурсы сейчас продолжают свое развитие. Что главное было заложено? Что это открытый доступ, решены вопросы авторского права, свободное использование системы образования Российской Федерации. И самое главное – соответствие программы школьных предметов. То есть ресурсы, которые там появляются, проходят определенную экспертизу. Подробнее давайте я объясню. Мне представлен здесь скриншот. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Кто пользуется, ставьте плюс в чате, если пользуетесь, знаете об этом ресурсе. Здесь, в общем-то, данный репозиторий представляет собой возможность поиска информации через строку поиска и, соответственно, выбор предмета соответствующего класса, появляются учебные материалы. Какого характера учебные материалы? Это, это всевозможные, учебно-тематическое планирование, материалы к урокам, модуль для коллективной работы в системе электронного образования. Здесь также представлена педагогическая мастерская, мастер-классы учителей и методический материал о том, как применять цифровые образовательные процессы, цифровые образовательные ресурсы в учебном процессе.
Еще что интересно в этом ресурсе, есть оцифрованные издания. Это энциклопедия «Кругосвет», журнал «Квант», «Наука и жизнь», «Химия и жизнь», «Школьная библиотека». И можно найти любой номер, значит, журнала, любую страницу за определенный год и посмотреть. Это, в принципе, значит, педагогами используется для подготовки к внеклассным мероприятиям и так далее. То есть очень интересная вещь. Я помню, когда наши родители, значит, педагоги связывали, значит, эти журналы, значит, хранили на полочках. Вот сейчас можно, там, например, 1956 год, можно любой журнал найти, открыть и посмотреть. Далее. Следующий ресурс – это Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Здесь представлены мультимедиа-ресурсы, которые можно, значит, демонстрировать учащимся на уроках. Как правило, трех типов – это ресурсы информационного плана, это ресурсы практического характера и ресурсы контролирующие. То есть это всевозможные тесты, какие-то задания, которые должны выполнить учащиеся. Для того, чтобы просмотреть эти ресурсы, необходимо скачать специальную программу просмотра. Она скачивается с сайта для операционной системы Windows или для операционной системы Linux. И после этого можно скачивать модуль, скачивается файл в формате .oms, и с помощью специальной программы, значит, открывается и можно демонстрировать, значит, информацию учащимся. Здесь, в общем-то, представлены ресурсы для школы, для среднего профессионального образования и дополнительного образования. Значит, ну вот пример, скриншот такого, значит, информационного ресурса, цикл работы сердца. На уроке биологии, значит, можно продемонстрировать этот информационный ресурс. Приятный мужской или женский голос, значит, прочитает текст. Соответственно, здесь реализована анимация, показана, значит, как работает сердце, включается, там, подключаются разные сосуды. Далее, есть ресурсы практического характера, которые можно также использовать, если у вас в классе, например, есть система «один ученик, один компьютер», то есть можно раздать ресурсы, причем дифференцировать эти ресурсы, и после того, как ученик решает задачу, значит, он вбивает ответ, печатает ответ, нажимает кнопку «Ответить», и здесь выводится правильность решения задания, то есть ход решения данной задачи и правильный ответ. Дальше. Следующий ресурс – это Российская электронная школа, РЭШ. Это, с одной стороны, и репозиторий, и платформа. Значит, здесь представлены всевозможные интерактивные уроки, значит, интерактивный контент, который тоже можно использовать на своих занятиях. Яндекс.Учебник. Сервис изначально был создан для начальной школы, но сейчас, значит, в принципе, представляются ресурсы для средней школы. Вот здесь вот представлены какие предметы, классы и так далее. То есть можно создавать свои классы, можно добавлять учеников и, соответственно, ученикам давать задания из Яндекс.Учебника. МЭШ, Московская электронная школа. Значит, данный репозиторий представляет собой набор электронных учебников и тестов, интерактивный сценарий уроков. И, в общем-то, решения, которые здесь представлены, доступны для всех участников, которые зарегистрировались. И, в общем-то, в библиотеку данного репозитория загружено порядка более 700 тысяч, значит, всевозможных аудио, видео и текстовых файлов, которые можно найти и использовать также на своих уроках. Платформы для реализации дистанционного обучения с разработанным контентом. Опять-таки, это РЭШ, Российская электронная школа, о которой я говорил. Это тоже платформа, здесь можно проводить обучение. Ну, здесь необходимо с школе, с образовательным учреждением связаться с администратором этого портала, чтобы можно было, значит, зарегистрироваться и, соответственно, реализовать учебные мероприятия. Дальше. Образовательная платформа Учи.ру. Наверняка вы об этой платформе все знаете, ее используете. Значит, активно она применяется учителями. Здесь также доступны тематические вебинары по дистанционному обучению, как организовать дистанционное обучение, как учить детей в условиях ограничений и так далее. И также здесь данная платформа заточена на то, что можно выстраивать индивидуальную образовательную траекторию учащегося. В рамках цифровизации
или в период, скажем так, цифровизации экономики, общества, образования, значит, упор именно делается на индивидуализацию, значит, индивидуально-образовательную траекторию, значит, ученика, и, соответственно, появилась потребность создания таких ресурсов, чтобы можно было это реализовать. Так, идем дальше. Следующая платформа – это Foxford. Ну, это коммерческий проект вообще, значит, группа компаний «Металлогия». И здесь, в общем-то, можно найти хорошие электронные учебники. Вот так как я еще преподаю школьную информатику и занимаюсь репетиторством по информатике, вот здесь я нашел тоже для себя ряд интересных электронных учебников, которые доступны, значит, находятся в открытом доступе. Можно заходить, смотреть, значит, какие-то ссылки я предлагаю своим учащимся, которые могут тоже просматривать. И здесь, в общем-то, также представлены, значит, материалы, учебники по школьным предметам. Все это в открытом доступе. Ну, естественно, Foxford реализует, значит, курсы подготовки. Это очень одна из таких популярных платформ, которая собирает тысячи учеников. Они проводят все это в режиме онлайн. Значит, и, в общем-то, у меня у самого тоже дети там обучались, готовились к ЕГЭ при поступлении в ВУЗ. А дети, значит, сегодня они очень такие интерактивные. Они фактически все идут в онлайн. Значит, и самое интересное, что вот мы, работая в университете, наблюдаем именно отток детей от обычных стационарных курсов, когда, значит, к нам приходят, к нашим специалистам приходят дети и занимаются там в группах, в больших группах, значит, ну, массовые курсы, значит, микрогруппы и так далее. То есть дети все уходят в онлайн. И Foxford как раз вот именно использует эту, значит, скажем так, потребность. Они предлагают курсы, огромные курсы там для, значит, огромное количество курсов для подготовки к олимпиадам, к ЕГЭ и так далее. И это пользуется очень такой огромной популярностью среди учащихся. Дальше. Следующий проект, это называется платформа новой школы от Сбера. Сберкласс.ру. Данный проект тоже содержит интерактивные уроки, интерактивный контент и предназначен как раз для построения индивидуальной образовательной траектории ученика. Тоже можно посмотреть, зарегистрироваться. Значит, тоже есть интересные вещи. Следующая платформа – это платформа «Мои достижения». Значит, в чем здесь, ну, скажем так, изюминка этой платформы – это то, что доступны диагностические материалы с 1 по 11 класс по школьным предметам, и которые можно, значит, использовать в своей педагогической деятельности. Следующая платформа – урок цифры. Значит, данная платформа представляет курсы в формате тренажеров. То есть здесь в основном, конечно, можно найти курсы, каталог уроков по именно дополнительному образованию детей. И в очень интересной, игровой, увлекательной форме данные курсы реализованы. Ну, нельзя не сказать о платформе Sirius. Sirius Online. Значит, это, в общем-то, образовательная платформа. Бесплатно общедоступные курсы по различным предметам. Здесь вот они, эти предметы, представлены на слайде. И у Сириуса есть также возможность готовить детей, то есть они предлагают, значит, курсы по подготовке детей к олимпиадам. И, в общем-то, без каких-либо проблем можно, значит, детей записывать на эти курсы. У них, конечно, есть определенные квоты, но при этом, значит, можно этими квотами пользоваться, то есть искать какие-то определенные временные интервалы, записывать детей и проходить эти курсы. Курсы очень уникальные, увлекательные, с очень качественным контентом. Следующая платформа – это Khan Academy. Веб-сайт, который обеспечивает открытый бесплатный доступ к таким небольшим лекциям, микролекциям по различным предметам. Тоже очень интересно. Можно предложить учащимся и использовать также в своей педагогической деятельности. Следующий вопрос, который мы сегодня рассмотрим, это называется платформа MOOC, массовых открытых онлайн-курсов, где можно записаться абсолютно бесплатно, пройти курс. Есть платформы, которые даже выдают электронный сертификат. И это нужно как для самообразования, и, в принципе, если здесь у нас сегодня на вебинаре присутствуют преподаватели вузов и СУЗов,
можно поучаствовать в проектах электронного образования, предложить студентам. Мы, кстати, Башкирский государственный университет являемся участниками платформы «Мое образование». У нас размещены, значит, ряд онлайн-курсов, разработанных в рамках грантовой поддержки Минобрнауки. Они открыты, ими можно пользоваться. И один из курсов – это «История философии науки», входит в пятерку самых популярных на этой платформе, что нас, конечно, несомненно, радует. И, в общем-то, в рамках этой платформы «Мое образование» студент может выбрать онлайн-курс, который совпадает с его дисциплиной, пройти этот курс и предоставить электронный сертификат от вуза, которому правообладателю принадлежит данный курс, предоставить этот сертификат преподавателю. Преподаватель может провести перезачтение данной дисциплины. Всего у нас на этой платформе было обучено Башкирским государственным университетом в прошлом году около 4000 студентов. Как своих, так и студентов сторонних вузов. И заключены партнерские соглашения порядка где-то с 21 вузом Российской Федерации. Поэтому здесь можно эти курсы использовать, они открыты, они свободны, и, соответственно, какие-то курсы можно включать в основные образовательные программы, в рабочие программы дисциплин. И, в общем-то, если между вузами заключен определенный договор, то, соответственно, в рамках этого договора проводится итоговая аттестация, система прокторинга, и уже по окончании, значит, этой аттестации выдаются электронные сертификаты, которые учащиеся предоставляются по месту своей учебы. Дальше. Национальная платформа открытого образования OpenEDU содержит онлайн-курсы по дисциплинам, которые изучаются в российских университетах. Курсы доступны бесплатно и не содержат никаких требований к базовому уровню образования. Платформа «Мое образование» больше всего заточена именно на, значит, вузовское образование, высшее образование, бакалавриат, магистратура и послевузовское образование, аспирантура. Следующая платформа называется «Универсариум». Тоже, значит, содержит открытые бесплатные курсы образовательной программы российских университетов и ведущих научных центров России, мира, а также, значит, курсы, которые разработаны совместно с бизнесом, с предприятиями реального сектора экономики, то есть под их потребности. Нельзя не сказать про платформу «Национально открытый университет», университет «Интуит», который существует довольно долго, и я постоянно тоже пользуюсь этой открытой образовательной платформой для подготовки к своим занятиям, советую тоже своим студентам, значит, на какие-то, значит, даю какие-то ссылки на определенные курсы. Очень тоже интересная платформа, очень рекомендую, и в том числе для своего самообразования. Лекториум. Платформа массовых открытых онлайн-курсов и открытых видеолекций на русском языке. И здесь у Лекториума есть очень интересный курс, который описывает, как создавать вот эти MOOC, как их продюсировать, как их снимать и так далее. Как вообще разрабатывать онлайн-курсы. И этот курс от Лекториума, он бесплатный. То есть можно записаться и пройти. Очень хорошо сделанный, качественный курс. Платформа Stepik. Образовательная платформа с открытым доступом к онлайн-курсам. Здесь есть возможность любому педагогу зарегистрироваться и создать собственный образовательный курс, используя текстовый и мультимедийный контент. И этот курс предоставлять, ссылки на этот курс предоставлять своим, значит, ученикам, студентам. Значит, и здесь есть возможность также коммерциализовать. То есть если у вас есть какая-то возможность разработать какой-то курс, вы знаете, что он будет потребен, вы можете его разработать, заключить договор с платформой и иметь соответствующие роялти, значит, по использованию этого курса. И платформа Stepik, она занимается тоже продвижением этих курсов и решает всевозможные финансовые вопросы, связанные, значит, урегулирует всевозможные финансовые вопросы с поступлением денежных средств и так далее. Идем дальше. Зарубежная платформа MOOC – это самая одна из самых популярных, это Coursera.
свыше 3000 курсов в сотрудничестве с известными корпорациями, например, такими как Google и IBM. Курсера предоставляют всевозможные гранты, для, в том числе преподавателей вузов, могут принять участие в разработке курсов, и, в общем-то, там эти гранты, ну, довольно солидные. Там за один курс они могут заплатить там, от 500 тысяч рублей. Платформа IDX тоже платформа с открытым исходным кодом, который предоставляет доступ к более 2000 значит, МОК, которые разработаны зарубежными и российскими вузами. Еще две платформы – это FutureLearn, платформа, предлагающая обучение на курсах с возможностью получения дипломов и сертификатов от ведущих университетов и партнерских организаций. И Udacity – это платформа, которая предлагает возможность обучения на открытых и коммерческих курсах в сфере IT, аналитика данных, математики, бизнеса и маркетинга. Далее, следующее – это каталоги. Здесь рассмотрим каталоги с образовательными ресурсами. И, конечно же, первый мощный ресурс, который разработан и используется там, с 2010 года, это единое окно доступа к образовательным ресурсам. О нем я подробно после этого слайда расскажу. Значит, если вы пользуетесь этим ресурсом и знаете, поставьте, пожалуйста, плюсик в чате или нажмите вот факел, здесь вот у вас есть, чтобы я видел реакцию аудитории. Знаете об этом ресурсе? Так. Ну, это фактически, в общем-то, электронная библиотека на вашем рабочем столе, которую можно использовать. И это библиотека, которая ведет к каким-то другим, скажем так, платформам, то есть могут размещаться просто... Значит, ссылки на какие-то платформы, могут размещаться материалы, которые можно скачать в формате Word или PDF и использовать в своей педагогической деятельности. Так, о ней подробно я расскажу. Следующее «Учись дома» называется, учисьдома.онлайн. Онлайн-площадка для педагогов с каталогом электронных образовательных ресурсов. Есть на этой платформе полезный курс по организации дистанционного обучения с помощью бесплатных приложений, курсов и видеолекций. Дальше. Open Culture. Каталог образовательных онлайн-курсов, аудиокниг, электронных книг, видеоуроков и образовательных фильмов. Следующий каталог – это русскоязычные электронные ресурсы образования. Онлайн-портал, который содержит ссылки на материалы и курсы, ориентированные для методической поддержки педагогов по вопросам цифровизации образования. Geekbrains – это образовательный портал от Mail Group, который сейчас является владельцем этого портала, предоставляет бесплатный доступ по курсам в области программирования, дизайна, управления и маркетинга для начинающих. Тоже очень интересный портал, посмотрите. Значит, можно как бы использовать для самообразования и, соответственно, советовать учащимся. Ну, а теперь про единое окно доступа к образовательным ресурсам. Здесь вот есть ссылочка на window.edu.ru. Этот портал курируется Министерством образования и науки Российской Федерации с 2005 года. Цель – провести интеграцию образовательных ресурсов в единую информационную систему. Материалы, которые там публикуются, они модерируются, и на эти материалы можно... Выдается сертификат автору с грифом Миноборнауки. И это очень ценная публикация. То есть каждый педагог может принять участие. Если вы хотите обобщить свой опыт и опубликовать какой-то труд, он, значит, рецензируется, модерируется, только после этого будет доступен на этом ресурсе. Более 53 тысяч описаний всевозможных ресурсов содержится, и электронная библиотека более 25 тысяч материалов. Вот так выглядит единое окно доступа к ресурсам. Здесь есть возможность пользоваться по каталогам. Каждый каталог, например, гуманитарное и социальное образование, имеет свое название, например, гуманитарное и социальное образование. То есть можно зайти и, соответственно, там искать. Но лично у меня хватает сил просмотреть 5-6 страниц. Там может быть сотни страниц. Поэтому есть возможность реализации поиска. Вы можете по фамилии автора, по названию ресурса
ввести ключевые слова и, соответственно, получить поисковую выдачу, которая, ну, представлена вот таким образом. Здесь поисковая выдача, вы выбираете какой-то ресурс, и открывается карточка этого ресурса, подробно библиографическое описание и прикреплен PDF-файлик с этим ресурсом. То есть это может быть книга, учебное пособие, статья и так далее. Что на этом ресурсе содержится? Какие формы? Значит, учебники, учебные пособия, конспекты лекций, лабораторные практикумы, задачники, методические указания, рабочие программы, сборники тестов, монографии, справочники, статьи по педагогике, методике преподавания. Это не полный перечень того, что здесь есть, но вот основные какие типы ресурсов, типы учебных материалов размещены. Чуть позже я расскажу про ресурсы для дошкольного образования. Буквально там через пару минут вот смотрю эти слайды, поэтому, пожалуйста, дождитесь. Дальше. Идем дальше. Электронные ресурсы по предметным дисциплинам. К сожалению, я не могу уложиться в отведенное мне время, там можно рассказывать про это часами. Ресурсы выложены и будут выложены для предметников по химии, по физике, по математике, для начальной школы, для логопедии. И в том числе эта презентация в группе, телеграм-группе «Цифровой педагог». Вступайте по ссылке, в конце тоже будет ссылка. В этой группе мы будем оповещать вас о всевозможных бесплатных мероприятиях. Я периодически выкладываю там интересные материалы, которые я, значит, нахожу для педагогов именно по цифровизации образования, по цифровизации образовательного процесса. Участие абсолютно бесплатное. Заходите, подключайтесь. Я думаю, что вы будете довольны тем материалом, который там будет размещен. То есть это будет некая вспомогательная информация. И будет такой круг общения, мы можем консультировать и отвечать на ваши вопросы. Далее. Следующий интересный, значит, ресурс, это называется «Постнаука». Некий такой образовательный сайт о современной фундаментальной науке и ученых, созданный с целью популяризации научных знаний. Очень интересно, познавательно, можно советовать как, значит, некоторые, значит, ресурсы для просвещения, для своих учеников, для родителей. Посмотрите. Дальше поговорим о видеопорталах. Видеопортал Univer TV. На этом портале собраны золотые лекции известных российских ученых, преподавателей, профессоров, доцентов и так далее. И можно давать ссылки на эти лекции студентам вузов, СУЗов. Ну, значит, для школы не совсем подходит. Для школы подходит другой ресурс, который называется интернет-урок. Там тоже есть огромная библиотека видеоуроков, которые можно включать свои образовательные программы, использовать на своих уроках и, соответственно, давать ссылки ученикам, значит, ну, в качестве там просмотра, когда они работают самостоятельно. Образовательные каналы YouTube. Есть два канала, это TED Education на английском и русском языках, и есть канал TED на русском языке. Коллекция видеозаписей по образовательной тематике, можете подключаться, смотреть. Ну, про постнауку я уже сказал. Khan Academy Russian – это коллекция видеолекций по математике, истории здравоохранения и так далее, по школьным предметам и не только школьным предметам. Arzamas – следующий образовательный канал – это коллекция видеоматериалов по истории, литературе, искусству, антропологии, философии и культуре. И anthropogenes.ru – коллекция научно-просветительских видеоматериалов по эволюции человека. Энциклопедия. Интерактивная энциклопедия. Их на самом деле очень много. Я привел основные такие, которые популярны, которые пользуются учителями. Это Рубрикон, крупнейший энциклопедический портал не только России, но и мира. Энциклопедия Кирилла и Мефодия Мегабук.ру и энциклопедия Кольера Кругосвет.ру. Хотя она перестала пополняться с 1998 года, но до сих пор многие поисковики, такие как Апорт, Яндекс, используют эту энциклопедию для выдачи поисковых запросов. Ну, а теперь электронно-образовательные ресурсы для дошкольного образования. Да? То есть я отдельно эту тему, значит, буквально там несколько там пар слайдов расскажу и, значит, перейдем уже к следующей теме. Итак,
Значит, сначала рассмотрим в таком ракурсе, что образовательные ресурсы для детей, а потом для педагогов, дошкольного образования. Ну, в принципе, я думаю, что материал нам будет интересен, у кого есть маленькие дети, у кого есть племянники, значит, дошкольного возраста, например, и так далее. И начну с того, что есть такой портал, который называется Baby News. Здесь вот есть ссылка. Это огромное количество развивающих материалов для детей, и сайт будет интересен, значит, и детям, и родителям. Здесь есть всевозможные игры, значит, раскраски, детские песенки, всевозможные сказки, возможно, подготовки стенгазет. Ну, чего только тут нет. То есть очень интересный такой увлекательный портал, который можно использовать и для подготовки к занятиям, и, соответственно, просто, значит, скажем так, ну, на досуге. Еще один портал, который мне очень нравится, это называется Zanar.info, и этот портал используют в основном, ну, в основном дефектологи, логопеды в том числе, они используют для тренировки моторики детских рук. Оригами своими руками называется, и здесь возможность есть складывать всевозможные, значит, фигурки из бумаги, есть схемы, видео там и так далее. То есть это для начальной школы тоже, в принципе, можно использовать. Да даже мы взрослые иногда так увлекаемся тоже этим процессом. Тоже, если есть время, можно что-нибудь поскладывать. Дальше. Следующий сайт называется «Разыгрушки». Сайт для детей и родителей. И здесь я отмечу только изюминку, то, что здесь есть очень хороший, качественный аудиоконтент. Это всевозможные минусовки, значит, разных песен, которые можно использовать для подготовки каких-то музыкальных мероприятий. И, значит, ну, естественно, для также развития использовать для своих детей, там, для детей в образовательном процессе. Дальше. «Детки уч». Обучалки и развивалки для детей, для их развития и воспитания. И вот такой портал, скриншот с этого портала. Здесь тоже есть и рисовалки, и игрушки, и видео. И, значит, есть ссылки на полезную литературу. И есть караоке, можно даже попеть песни и так далее. Тоже можно использовать, значит, на своих занятиях, значит, ну и, соответственно, со своими детьми. Дальше. Еще один портал называется multirussia.ru. Этот портал, в общем-то, имел грантовую поддержку. И когда я путешествовал несколько лет назад по Ямало-Ненецкому округу, там был бум у них просто, вот где-то район, наверное, 2012 года, 2016 года они создавали мультики. И потом это перекинулось уже на другие регионы. Видимо, у них это был как пилотный такой регион, который, значит, выделялись гранты для детского, для детских садов, и воспитатели совместно с детьми, с родителями создавали мультики. И, в общем-то, здесь вот есть мультираша, здесь .ru, вот этот как раз портал, где именно не какие-то там крутые объединения там мультипликационные, хотя они тоже здесь присутствуют, а именно, значит, мультики, которые вот созданы вот в таких вот микро, скажем так, микростудиях. Вот тоже посмотрите, очень довольно-таки интересно. Следующий портал у нас называется детский портал теремок.ру. Здесь есть интересные игрушки. Значит, так как мы имеем с интерактивным поколением детей, то лучше, конечно, чем какие-то ходилки, бродилки, стрелялки использовать, можно использовать на планшетах, на телефонах игры для детей, которые именно развивающего характера. И какие-то игры, если у вас есть возможности трансляции там, через плазменную панель там, или через интерактивную доску, можно запускать на занятиях непосредственно с детьми. Далее. Еще есть портал «Почемучка». Ну, контент, в принципе, один и тот же. И здесь единственное, что есть «Мамин клуб», и можно вести блоги и проводить периодические конкурсы. Детский портал «Клёпа». Видео в виде таких журналов, и есть интересные, значит, конкурсы, читалка, заклепки, значит, игротека и так далее. Тоже можете посмотреть. Так, а, вот немножко меня не уместилось на слайде. Kinder.ru. Kinder.ru – интернет-портал для детей, каталог детских ресурсов. Причем это уже более, для более взрослых детей тоже рассчитано, то есть не только для дошкольников и начального образования, подростки.
тоже на досуге посмотрите. Может быть, есть что-то интересное для себя вы найдете. Так, ну, развивающий центр школьников «Совенок» – это конкурс. Дальше. Электронные образовательные ресурсы для педагогов. Здесь у нас справочник старшего воспитателя, воспитатель.resobor.ru. Это журнал электронный. Есть еще журнал «Детский сад будущего», gallery-project.com. Значит, здесь, в общем-то, есть набор готовых проектов по взаимодействию с детьми, с их семьями, сотрудниками различных партнерами дошкольных образовательных организаций. Вот так выглядит журнал. Дальше. Есть журнал дошкольник.ру, то есть здесь вот такая четкая структура, построенная в логике дня воспитателя и ребенка, утро, день, ночь, вечер, вечер, ночь, вернее. И, в общем-то, здесь есть у них электронные версии, можно тоже, у них есть свой портал, сайт, и тоже можно подписаться. «Современный детский сад» журнал. Ну, многие выписывают очень много педагогов, с которыми я читаю лекции на всевозможных курсах повышения квалификации. Они, значит, вот выписывают журналы «Дошкольник» и «Современный детский сад». То есть один из таких самых популярных. Тоже есть сайт, вот здесь по ссылочке можешь зайти и посмотреть. Ну и все. Вся остальная информация, у меня ее просто очень много, я не умещу по, значит, по времени. В Telegram-группе дам ссылочку, по QR-кодам можете пройти, зайти, подключиться к этой группе. Я чуть позже еще продублирую информацию, которую я выкладывал, значит, ранее по именно предметным ссылкам, а также ссылки для начальной школы и для именно логопедов-дефектологов. Теперь поговорим, у нас еще один вопрос остался, это облачные технологии и сервисы, а также возможности их применения для организации корпоративного учебного взаимодействия. Начну с того, что, значит, что такое облачный сервис. Это, скажем так, возможность хранения данных на распределенных вычислительных ресурсах. И мы называем облако, потому что на самом деле облако мы просто закрываем вот эту вот рутинную техническую сторону всех этих процессов. На самом деле все очень сложно. Поэтому мы говорим, что у нас есть вот облачный диск Яндекс или диск Google, и мы там храним какую-то информацию. Ну, этой информацией никого сейчас не удивишь. Практически каждый из нас использует эти облачные сервисы. По популярности в России, вот представлен на слайде, это Google, Яндекс, OneDrive от Microsoft, Dropbox, Mega. Ну, пожалуй, Mega не самый такой известный, но, тем не менее, он больше всего предоставляет количество гигабайт данных, которые можно хранить на этом сервисе. Google лидирует, потому что очень много всевозможных ресурсов, которые можно использовать, непосредственно встраивая в свой образовательный процесс, и об этом я расскажу. Яндекс, в принципе, тоже не отстает, ну и предоставляет, кстати, если вы на мобильное приложение поставили Яндекс.Диск, то Яндекс, в свою очередь, давал возможность, еще добавлял 35 гигабайт места, но я, например, покупаю у Яндекса 1 терабайт данных за 200 рублей в месяц, и там могу хранить коллекции видео, значит, лекций, видеопрактик каких-то и так далее, и, соответственно, рассылаю своим студентам. То есть для хранения информации я использую Яндекс. Почему? Потому что это наши отечественные сервера, у них есть сервера в Европе и, значит, в России, и я, значит, использую Яндекс для хранения данных. Вот. Для, скажем, у Яндекса также есть свой офис, то есть можно создавать текстовые документы, электронные таблицы, презентации. Я также использую Google для этих целей. И, в общем-то, ряд других сервисов я использую, значит, от Google. Например, Google Meets для проведения видеовстреч. Значит, Google Class для обучения, для взаимодействия со своими обучающимися. Вот. Но это вот здесь не зря два облака в первой строчке. Это одни из самых популярных в Российской Федерации облачные сервисы, которые используют педагоги в сфере образования, в образовательной деятельности. К
Какие облачные сервисы есть для подготовки презентаций? Я их просто перечислю. Здесь вот в презентации будет ссылочка, вы можете нажать и перейти на соответствующий сервис. Презентацию я, значит, предоставляю вам и, соответственно, еще продублирую в группе «Цифровой педагог». То есть никаких... Вы можете ее свободно использовать на занятиях и так далее. Итак, Google Презентация. Облачный инструмент Google для создания презентации. Это один из самых популярных сервисов, который бесплатный. И когда мы создаем презентацию, можем, соответственно, предоставлять совместный доступ другим нашим коллегам и в том числе обучающимся тоже. Есть еще следующий сервис, называется Prezi. Онлайн-сервис для создания интерактивных мультимедиа-презентаций и демонстраций с возможностью видеосопровождения. Но там, естественно, есть бесплатный доступ, есть платный доступ. Значит, можно, значит, учащимся разместить презентацию и вот как сейчас я рассказываю, продемонстрировать и рассказать. Но есть определенные ограничения по количеству участников в бесплатной версии. Ментиметр. Инструмент для создания интерактивных презентаций с возможностью собирать ответы слушателей на вопросы. То есть вы создаете презентацию и создаете некую интерактивную форму опроса. Можете тестовый вопрос какой-то поставить, можно еще что-то. И, соответственно, потом обрабатываете статистику. Очень интересный инструмент, но, опять-таки, есть бесплатный вариант, ограниченный. То есть доступно два вопроса на презентацию, а есть платный, более расширенный. Следующий у нас, значит, облачный сервис называется ClearSlide. Опять-таки, тоже это аналог Prezi, можно использовать. Glockster. Здесь вот данный сервис уже не в виде презентации, а в виде постера. То есть можно создать некий такой цветной постер, фотографии, значит, на этой фотографии разместить какой-то текст и этот постер опубликовать и раздать учащимся. Можно делать совместно вместе с учащимся, собирать этот постер. TopHat – универсальная учебная платформа с возможностью применения мультимедийных ресурсов в презентациях и возможность реализации опросов учебной аудитории. И следующий сервис – это Canva. Canva – это онлайн-сервис для размещения текста, графического, мультимедийного контента. Вот в Canva, как я так не говорю, можно готовить очень хорошие, красивые дизайнерские презентации на какое-то выступление, там, перед большой аудиторией, например, там еще что-то. Там есть, опять-таки, некие платные инструменты, которые можно докупить. И я с удовольствием пользуюсь платным ресурсом, плачу за это деньги, потому что, ну, мне этот сервис очень сильно понравился для подготовки таких интересных публикаций в виде презентации. А также в Canva еще есть возможность создавать для Instagram-канала какие-то, ну, тоже такие вот микро-видеоролики. Идем дальше. Облачные сервисы для систематизации визуализации данных. Это графики, диаграммы. Значит, то есть графики, диаграммы, значит, ну, в общем-то, какие-то таблицы, которые мы лучше всего можем представить в виде какой-то круговой диаграммы или гистограммы и так далее. И вот здесь, конечно же, лидером является Google Charts. И есть очень интересный сервис от Яндекса, называется Яндекс Data Lens, и где можно создать, например, значит, какую-то, ну, скажем так, числовую диаграмму и предоставить возможность доступа извне, то есть по, значит, ссылке в браузере можно заходить и просматривать. Всевозможные дашборды можно публиковать. Вот так это называется, дашборд. Дашборд, например, вступительной кампании такого-то университета и так далее. VSME тоже сервис для создания презентации, инфографики, другого визуального контента. Аналог есть Flourish Studio, Infogram, Bubble Us. Значит, это все тоже создание инфографики. Эту инфографику можно красочно создавать, предоставлять, значит, доступ, значит, как по ссылке, и, соответственно, копировать свои презентации. И есть такой еще Storyboard. Это онлайн-конструктор цифровых историй иллюстративных книг. То есть можно создать некую такую иллюстрацию, которая содержит шаблоны, рисунки для создания какой-то цифровой истории, показать это. Тут очень интересная такая некая микрокнига электронная. Так, дальше, следующий момент. Сервисы интерактивного взаимодействия, интерактивных досок, виртуальных досок. Я лично своей
практики репетитора пользуюсь Мира. Это бесконечно такая доска. Пишу на этой доске с помощью планшета. Сегментирую доску на несколько частей, и на одной, значит, части у меня один ученик занимается, на другой другой ученик занимается. Можно занять их в микрогруппах. Можно, значит, очень хорошо визуализировать, например, разработку какого-то, значит, урока или там курса. Обычно мы с коллегами, у меня здесь специальная доска, там в бесплатном варианте доступны три доски. Две доски я использую для занятий, а третью доску я использую для того, чтобы можно было взаимодействовать, и мы рисуем, ну, как я методист, рисую образовательную траекторию учащихся, так называемую CGM-карту ученика, или прорисовываем, соответственно, то есть такой мозговой штурм устраиваем, несколько человек, и прорисовываем логику реализации какого-то онлайн-курса. Очень интересно, очень удобно. И, кстати, 24 декабря намечен вебинар от Директ Академии, где я буду проводить практики в формате метапа, то есть вот буду проводить вебинары, показывать это, как это можно использовать в учебной деятельности. Если есть желание, записывайтесь. Дальше. Google Jamboard привязан к учетке в Google. И, в принципе, этот сервис не обременен каким-то, скажем так, ну, какими-то платными доступами. То есть, в принципе, та доска Jamboard, она, в принципе, без ограничений ее можно использовать. У Мира есть возможность сопровождать видео и речь, но это уже доступно в платных вариантах. Дальше. FlockDraw – это тоже бесплатный инструмент, то есть интерактивная доска для рисования. Whiteboard. Whiteboard – это интерактивная доска с интерфейсом на русском языке для совместной работы в режиме. Twiddle – это виртуальная классная доска, которая позволяет размещать не только, значит, какие-то рисунки и так далее, но и всевозможные даже встраивать документы, видео и так далее. Хотя на Мира и на Jamboard можно копировать скриншоты с экранов, то есть, например, задачки, рисунка и так далее. Дальше. Padlet – виртуальная доска с интерфейсом на русском языке. Можно размещать контент в виде интерактивных карточек, и эти карточки, значит, на этих карточках размещать задания, и карточки их тусовать в последовательности. Значит, то есть некий такой канбан из карточек сделать и продумать. Кстати, очень хорошо использовать здесь в этом случае таксономию Блума. Как учащийся достигает образовательных результатов, и эти карточки располагают по таксономии Блума в порядке. Тоже очень интересное там есть решение. Scrumel – это виртуальная доска с открытым исходным кодом. Можно работать со стикерами и встраивать в всевозможные, скажем так, сервисы свои. Ну и Trello тоже – это тоже такая виртуальная доска в виде такого канбана, то есть таких вот столбиков, и там можно размещать соответствующие карточки. И тоже также ту же таксономию Bloom можно использовать. Дальше. Сервисы для интерактивного взаимодействия, то есть учащимся именно в плане такой активной деятельности, викторин, дискуссий, опросов. Это вот Kahoot. Здесь можно размещать презентации, опросы, викторины, анкеты. И есть еще квизы, так называемые, да, вот здесь вот квизис. Сервис создания таких интерактивных опросов тоже очень интересный. Ну, парочку сервисов по кроссвордам. Это фабрика кроссвордов, отечественный ресурс. Можно создать кроссворд в конструкторе и ссылку отправить учащимся. Ну, и подобный такой же ресурс называется Flippity. Тоже для, значит, используется здесь также электронные таблицы и есть набор шаблонов для того, чтобы можно было создавать игровые упражнения. Ну, об этом сервисе Learnis есть, это сервис веб-квестов в жанре выход из комнаты.
Год назад был хороший такой вебинар, я тоже его посмотрел от Директ Академии о том, как можно этот сервис использовать на занятиях. То есть можно интересно, увлекательно, тем более, что мы, это и графикация учебного процесса, тем более, что мы имеем дело с поколением как раз любящих игры, растущих в такой интерактивной среде, поэтому вот этот Learnis, ресурс, сервис Learnis можно использовать. Наверняка он у Директ Академии в каталоге вебинаров есть, посмотрите на YouTube-канале, посмотрите, там очень хороший там, полуторачасовый вебинар есть, интересно, как это все применять. Zunal – бесплатный англоязычный сервис для создания веб-квестов, но он англоязычный. То есть здесь больше всего, конечно, данный сервис пригодится для именно учителей, которые, преподавателей, которые преподают иностранные языки. Далее. Интерактивно-временные оси. Ну, здесь вот они представлены, ряд этих временных осей. Здесь я пытался сделать такой скриншотик этой временной оси, что она себя представляет. То есть здесь какая-то есть хронология каких-то событий, которые вы можете составить. Ну, например, показать историю развития компьютерной техники. Да? И к каждому событию вы можете прикрепить такую вот карточку в виде рисунка и, соответственно, описание этого события. Вот эта временная ось. Особенно для учителей истории можно использовать. И здесь вот ряд сервисов, я не буду подробно о них говорить. Вот здесь они по ссылкам можно посмотреть. Значит, у Google есть такая вещь, как Timeline GC. Есть также TimeMaker, который использует таблицы Excel и Google. И еще ряд таких вот ресурсов, которые я, в общем-то, здесь тоже для вас привел, это тоже можно использовать. Дальше. Система проверки знаний. Конечно же, о них тоже надо сказать. И здесь я начну с того, что есть банк тестов RU, инструмент для создания тестов онлайн, который по ссылке можно предоставлять доступ ученикам. И также есть бесплатный готовый банк тестовых заданий. Google формы. Понятно, это мы чаще всего используем. Значит, Google форма для опроса. Не только тестовый, там просто опрос там граждан, учеников, родителей и так далее. Ментиметр я про это говорил, то есть это опросник в виде презентации. Онлайн-тест-пад – это бесплатный многофункциональный сервис для проведения тестирования обучения. И Simple – это сервис для создания тоже проведения опросов. И есть еще веб-анкета. Веб-анкета, здесь тоже можно создавать опросы, анкетировать. Вот по ссылочкам здесь пройдете, посмотрите, или даже просто можно скопировать и ввести в поисковый запрос в Google или в Яндексе, и найдете соответствующий сервис. Вот. Ну, популярны вот эти, банк тестов RU и Google формы. Ну, конечно же, Mentimeter популярен среди преподавателей СУЗов и ВУЗов, очень активно используется. Это, в общем-то, цифровые инструменты для создания, скажем так, для создания, для проведения опроса. Дальше, ментальные карты. Ментальные карты, в общем-то, цифровой сервис, который позволяет визуально структурировать, запоминать и объяснять очень сложные вещи. То есть разложить на составляющие и понять, представить какой-то процесс. Одна из самых популярных – это MindMista, ментальная карта, которая как цифровой сервис, реализован. Здесь есть вот 4 варианта. Планирование проекта, участие в заданиях, там мозговой штурм, управление совещанием. Вот 4 варианта вы можете ментальных карт создать. И есть вот пример ментальной карты здесь. Ментальная карта для учителя. Что вот он делает, какие процессы и на мелкие подпроцессы. Все это можно разделить и визуально представить. Есть сайт такой pinterest.ru с готовыми ментальными картами. То есть можно посмотреть, интересные вещи там тоже есть. И можно уже использовать тоже как-то в образовательном процессе или как шаблон для того, чтобы для изменения. И вторая ментальная карта по популярности – это Google It. Не Google, а Google It. Здесь вот я тоже примерчик привел. И, кстати, значит, вот здесь вот на этом же шаблоне, на сайте шаблонов ментальных карт
тоже представлены вот эти вот самые, значит, ментальные карты, созданные с помощью этого цифрового сервиса. Ну, например, там анатомия там, работы сердца там, и так далее. Здесь вот все это раскладывается. И любую какую-то сложную тему на уроке можно разложить и показать. А также можно разложить процесс, показать процесс планирования какого-то проекта. Ну, в основном в проектировании тоже очень сильно, очень часто используется. Ну и, конечно же, я решил немножко отойти от облачных цифровых сервисов, просто так дополнительно сказать, что есть две бесплатных программки для создания записи скринкастов, то есть для производства цифрового контента. То есть вы можете с помощью этой программы записать рабочий стол в небольшой видеоролик и его выложить, этот видеоролик. Я лично пользуюсь Fast & Capture программка. Буквально все очень просто, с простым интерфейсом, качается бесплатно с этого сайта, и вы можете, значит, записать, соответственно, какой-то скринкаст. И есть еще iSpring FreeCam, значит, известная линейка продуктов iSpring Suite для производства видеолекций, видеоконтента или контента для онлайн-курсов. И у них есть такая вот программка, называется FreeCam, можно, значит, записать какой-то определенный скринкаст. Дальше. Так, ну, пока небольшую паузу сделаю. Значит, я думаю, что анонс разошлет Директ Академия по поводу этого вебинара. Он запланирован, по-моему, 24 декабря. Вступайте в группу «Цифровой педагог», и мы тоже, я там буду, вот, все, что я, вот, скажем так, сам достигаю, где-то что-то узнаю, а мы постоянно обучаемся в высшей школе экономики, значит, в РАНХИКС и так далее, в разных. Я этот материал готов с вами бесплатно делиться. Поэтому вступайте в группу, я вам буду этот, значит, интересный материал туда тоже скидывать. Телеграм-группа. Так, специфика использования распределенного информационного ресурса на примере сервисов Google. Я буквально кратко все это расскажу и готовлю следующий вебинар именно рассмотреть только 3-4 сервиса, но более подробно, как использовать Мира, например, да, или Jamboard, Kahoot, Multimeter и Google на занятиях. Поэтому здесь просто подробно, значит, не буду останавливаться, тем более, что время уже у нас истекает. Ну, буквально вот сервисы Google, которые я использую, сам использовал, вот я себе наустанавливал свою учетную запись. И, конечно же, здесь, в общем-то, есть Google Class, есть сервис Blogger, можно вести свой блог, то есть сам презентовать свою личность в сети интернет. Для педагога можно завести, и там все очень просто, все это настраивается, и иметь свой такой сайтик, значит, ну, как специалиста. Дальше. Jamboard. Конечно же, есть Google Формы. Есть сервис «Планета» для путешествий виртуальных, интерактивных. Есть, используя Google Meet для консультирования своих учеников. И, соответственно же, очень интересный сервис, есть Google Карты, и очень часто каждый день пользуюсь календарем. Потому что я, вот кто-нибудь что-нибудь мне говорит, я тут же сразу забиваю в Google календарь, который мне напомнит о событии. И, соответственно, в Google календаре я планирую какие-то мероприятия, совещания и так далее. Ну вот здесь то, что интересно, если вы зарегистрировались в Google, у вас есть почта, и в этой же почте у вас есть доступ, если я специально скрыл контакты, значит, можно звонить, делать видеовстречи с вашим собеседником и делать групповые также встречи с помощью видеозвонков. Вот есть такой сервис, называется Google Meet, и самое интересное, что он доступен с любого телефона, если у вас установлен Google, особенно там на Android, и не только на системе Android, на других системах тоже. Google диск 15 гигабайт бесплатного хранения, и здесь можно загружать файлы, создавать файлы, то есть некий мобильный офис. Я фактически уже не пользуюсь сейчас на компьютере, никакими там платными офисами мне достаточно либо офиса Яндекса, либо офиса Google. То есть я захожу, создаю файлик, и этот файл у меня автоматически сохраняется на Google диск. Я его могу оттуда скачать в различных форматах, в PDF-формате, в RTF-формате,
в TXT формате и предоставить доступ на редактирование. То есть надо тратить тонны бумаги, как раньше, там распечатывать. И, соответственно, вы просто предоставляете доступ к этому файлу и указываете адрес электронной почты вашего коллеги, либо ученика, либо учеников, значит, через точку запятой, и, соответственно, они предоставляют доступ, получают доступ к текстовому документу, Google документу, к электронной таблице, к презентации, и также к Google форме, опросной форме. Ну, так это можно сделать, выбираем какой-то файлик, значит, и щелкаем совместный доступ. Или включить доступ по ссылке и, соответственно, ссылку отправлять. Так, ну, соответственно, когда делаете совместный доступ, определяете, что он, какие права он имеет, все права на редактирование, на комментирование, на чтение. Нельзя не сказать про карты. Пока с помощью Google карт можно путешествовать по городам и весям, не только России, но и за рубежом. То есть, есть такой вот, вводите, например, Париж, да, берете этого человечка, протаскиваете куда-нибудь в район Парижа и броете по улочкам Парижа, то есть бросаете этого человечка и оказываетесь вот такой вот виртуальный, значит, скажем так, в таком виртуальном шоу-руме из фотографий. И можно ходить, бродить. Вот я, например, бродил возле Уфы-арены, когда готовил презентацию здесь. То есть можно делать интерактивные инструкции, интерактивная инструкция, интерактивная экскурсия для своих учащихся на уроках. Google календарь. Здесь я планирую какие-то мероприятия, учебные и не только учебные. И, соответственно, значит, по дням и так далее, вперед. Здесь можно заходить на это мероприятие и, соответственно, его редактировать, то есть приглашать гостей. То есть вы, например, можете запланировать родительское собрание, заранее приготовить адреса электронной почты через точку запятой, скопировать их с какого-то там файла, сюда вставить. Соответственно, пишите собрание родительское, когда состоится, дата, время, содержание, повестка дня, прикреплять какие-то вспомогательные файлы и настраивать оповещение на электронную почту и на телефон за определенное количество дней, часов, минут и так далее. И, соответственно, родители и ученики в том числе могут, значит, из какие-то учебные мероприятия планировать, тоже получают соответствующую информацию. Google Class тоже использую здесь. И, в общем-то, здесь можно создать предмет, и в каждом предмете можно создавать теоретические блоки, темы какие-то, да, размещать презентации, тексты, можно сделать задание, можно делать задание с тестом, приглашать ученика в этот курс и, соответственно, вести аналитику выполнения этих самых заданий. Был тоже недавно очень такой подробный вебинар, который проводила директор Академии. Можете посмотреть, там есть прямо вот разобраны эти инструменты Гугла. Значит, очень подробно, очень интересно, тоже ищите на соответствующем канале в списке вебинаров. Они буквально были вот недавно. Очень интересно. Так, ну на этом я завершаю. И вот здесь вот будет ссылочка, QR-код на Telegram-группу «Цифровой педагог» и, соответственно, ссылка на Telegram-группу. Значит, вступайте. Я буду очень рад, что мы создадим такое сообщество педагогов, которые будут использовать цифровые сервисы, образовательные технологии, и мы будем вас консультировать. И еще хочу сказать, что мы очень много курсов проводим в рамках федеральных проектов, бесплатные, в том числе федеральный проект содействия и занятости, который стартанет у нас со следующего года, с января месяца. Можно пройти бесплатное обучение. У нас порядка 100 педагогов обучились бесплатно по программе «Цифровой педагог». В рамках федерального проекта содействия и занятости, значит, мы еще ряд планируем делать курсов касательно методист онлайн-курсов, контент-менеджер систем дистанционного обучения, контент-менеджер сайтов. Вот, приходите, значит, вступайте в группу, там будет размещаться информация. Ну, а в следующем вебинаре, я думаю, что вам информацию, значит, тоже также разошлют, значит, директ Академии вышлет, значит, соответственно, расписание с назначенным днем и так далее. Вебинар примерно планируется где-то на декабрь. Если есть вопросы, я готов ответить.
Я рад, что информация для вас была полезной, новой. Я пытался найти что-то новое, не такое, скажем так, в общем-то, ну, скажем так, заезженное, что ли, да, то есть часто используемое. То есть пытался какие-то сервисы для вас подыскать, такие, которые вот фактически, ну, являются новыми и вот только-только начинают использоваться. Для педагогов обращайтесь в группу, пишите, я подберу материал, у меня очень много материала. Так, ну, если вопросов нет, если вопросы есть, напишите. Если нет вопросов, тогда мы завершаем. Уважаемые слушатели, спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо, что сегодня вы вышли на наш вебинар.